Самые новые серии популярных сериалов смотрите первыми на anvap.org. Выбирай любимый сериал и наслаждайся бесплатным просмотром. anvap.org. Проснулись? Разбудила. Слишком громко в твоей голове мысли жужжат. Думаешь или вспоминаешь? Вспоминаю. Ага. Ну, тогда вспоминай только хорошее. Крепче нервы, легче сон. Ну что, могу твердо сказать, талант у вас есть. Прекрасно. Какие яркие образы, штрихи к портретам героев. Замечательно. А вы прочитали? Я думала, вы страницы пересчитываете. Вы слышали про скоростное чтение? Ну, да. Я профессиональный читатель. И хочу, чтобы вы стали профессиональным писателем. Спать не хочешь? У меня писательская привычка. Ночами не спать. А прижиматься к малознакомым мужчинам тоже привычка? Это то, что я голову на плечо? Так это я не к вам. Вы здесь ни при чем. Я просто от воспоминаний на минуту расслабилась. Со мной, Лялька, расслабляться нельзя. Отбой. Думаете, там кто-то есть? Я знаю, что там кто-то есть. Только не знаю, кто. Проснулась? Я хочу умыться. Проводите меня до озера, пожалуйста. Или Олега разбудите. Нет, не будите спящего артиста. Всем дешевле обойдется. Идем. Хочу искупаться. Можно? Давай. Отвернитесь, пожалуйста. Ну ладно, я не брезгливый. Вас на эротику потянуло? Не видел я тебя. Нет там никакой эротики. Прекратите напоминать мне то, чего я не помню. Давай ныряй, скромница. Выстрел слышала? Нет. Вот и я нет. С ПБСом работает.
Не высовывайся. Перестаньте меня лапать. С каким ПБСом? С прибором бесшумной стрельбы. Значит так, Лялька, слушай меня. Бежишь быстро, пригнувшись вон туда, к тому дереву, ясно? Это же все несерьезно. Если серьезно, еще секунду с тобой проваляемся, и он нас завалит. А почему нас? Я здесь ни при чем. Ну тогда лежи. А я... Предатель. Башку не высовывай. Меняем позицию. На счет три разбегаемся. Тебе вон туда. Встречаемся в лагере. И прямо не передвигайся, виляй. Чем еще вилять? Бедрами. Три! Быстрее бежим. Я вас правильно? Я говорю, в меня стреляли. Может, еще будут. А где Барс? Я не знаю. Бежим. Ариночка, это психологический тест. Вы с Барсом сговорились? Дятел. Писак. И долго нам так еще бежать? Я не знаю, пока я не успокоюсь. Все, хватит дурочку валять. Нет, что? Правда стреляли? Дошло? Пойдемте назад. Вдруг там Барс кровью истекает. Назад? Так ведь там же стреляют. Трус! Орать обязательно? А пугать обязательно? Где вы были? Мы волновались. Кто в вас стрелял? Да уж точно не джентльмен. Не вышел, не представился. А потому что не надо было из себя строить деревенского инквизитора. Это точно не местные. А кто? Всегда надейся на худшее, дольше проживешь. Слушай меня и кукушку. Так, здесь где-то должна быть трасса. Срочно, проводите меня до автобуса. Я уезжаю. Я тоже. Ага. А такси вам сюда не вызвать? За мной. А чей это дом? Артист, иди еще дров набери. На, чайник наполни, там он. Во дворе бочка с дождевой водой. Давай, давай. Вон там на полках, в банках. Заварка и сахар. Крупу посмотри и соль. Вон там в белой банке гречка. А заварный чайник есть? Зачем он тебе?
А кастрюля? Или гречку тоже в чайник насыпать? Вон там, под лежанкой, котелок. Я в лес идти не рискнул. Пособирал возле дома. А мне в этом кашу предлагают сварить. Каша? Еда для человека. У вас ружье есть? Теперь я спокоен. Учитывая дальнобойность, прицельность и убойную силу его винтовки, в моей двустволке никаких шансов. Это так, для поднятия боевого духа. Окна завесь. Лялька, а ну-ка иди сюда, садись. Давай, Лялька, колись. Только по-хорошему. Где накосорезила? А вы можете выражаться по-человечески? Ой, я сейчас на тебя повыражаюсь. И барсуку понятно, что этот стрелок по твою душу пришел. Мы, артист, с тобой только так, непредвиденные цели. Подождите. Стреляли не только в меня, но и в вас. Ты поспорь со мной. Я еще не разучился определять, в кого пуля летит. Вспоминайте, Ариночка. Вспоминайте. Так, хозяйке не заплатила. Андрей от меня ушел, но мы не ругались. Райке из редакторского до сих пор 500 рублей не отдала. Лялька, ты дура? Какая хозяйка? А? Какие 500 рублей? Вспоминай, кого до смерти обидел. В школе, где я работала, за мной физрук ухаживал. Редкостный урод. Он потом за мной еще в Москву приезжал. Не, физрук шпана. Такие любят в лес привезти и устроить показательный мордобой. А стрелка нанимать не тот кайф. Значит, говоришь, ни с кем в жизни на смерть не ссорилась, кроме физрука. И ничего такого не совершала, что могут шлюпнуть. Да, вот такая заурядная личность. Ну и что ж ты толкового написать ты можешь, раз у тебя ни грехов, ни врагов. Олег. Артист, пойди проверь светомаскировку. Выведи мужика и бабу, иди куда хочешь. Ты мне не нужен.
Кивни, если понял. У тебя ровно 15 минут. Иди, не оглядывайся. Пошел. Что-то притих. Олег, давайте я вам подложу. Нет, спасибо. Вам? Давайте. Ты один наружу больше не ходи, артист. А давайте вместе. Нет, правда, правда. Пойдемте. Мне в туалет нужно. Мне предлагаете компанию составить? Нет. Конечно, нет. Ариночка, а вы посуду помыть не хотите? Я утром собиралась. И правда. И вы никуда не хотите. Я потерплю. А я никуда и не собираюсь. Все, отбой. Здесь ты там в темноте случайно о березу не стукнулся? Он мне сказал, чтобы я вас вывел наружу, а сам уходил. Он сказал, что я ему не нужен. Вот, я ни при чем. А может, это хитрость? Сколько он дал тебе времени? 15 минут. На, полоба. Что он теперь будет делать? Проверять нас на дурака. Что значит на дурака? Если патронов не жалко, начнет палить по окнам. Дураки вроде вас запаникуют и выскочат наружу. А если мы не выскочим? Ну, я бы дом поджег и выкурил. Проверили. Не дурак. Стоять! Он вас там и ждет. Сидеть! Так, прикройте нос и рот. Быстро. Че сидим? Стоим чего? Ко мне! Стой! Раз, два. Повязки можно было давно снять. Удивляюсь, как не задохнулись в таком темпе. Я чувствую, что дышать трудно. А я думала от страха. А стрелок-то он не ахти. Зато следопыт хороший. А вы что думаете, что он нас найдет? Нашел один раз, найдет и второй. Нужно расходиться. Я предупреждаю. Я заблужусь. Что? Часы покажи. Значит так. Направляешь стрелку на солнце. Дальше смотришь на цифру 1. Расстояние между цифрой и стрелкой делишь пополам. Это будет юг. Идешь на юго-восток и выйдешь на трассу. А что, один? Не один, а с ружьем. Держи. И главное, не геройствуй. Ты не в кино. Все, разошлись.
смерти. Голодной смертью не помру. Обещали меня отпустить! Ты не выполнил приказ, а за невыполнение у нас расстрел. Не сходите с ума! Я известный киноартист! Очень известный! Так на могилке напишу. Артист стрелял. Расстреляет, значит, еще жив. Бегом за мной. Не все так просто. Я тебя сейчас сам урою, сволочь! Думай о главном. Используй все свои навыки. Стойте! А почему Олег больше не стреляет? Ему нечем. Патроны кончились. А у этого? У Стрелка? Еще не кончились? Вы думаете, Олег погиб? Все, вставай. Нам нужно двигаться дальше. Я больше не могу. Я больше не могу, честное слово. Я устала. Привет, Стрелку. Сколько раз Шувалова убивали?
Барс? Барс! Барс, вы где? Я же сказал шепотом. Идешь вон туда и докладываешь мне о своих героях и сюжетах. Вопросы? Давай. Как бы ни банально это прозвучало, но в основе всех мировых бестселлеров лежит «Любовь и кровь». Анна Каренина, Гамлет, Отелло, Ромео и Джульетта, Мария Стюарт. Придумали враги. Значит, такое правило. Днем спим, ночью идем. Я не могу больше спать на земле. В траве ползает всякая дрянь. Дикарь. В дождевых червях белка больше, чем в говядине. Только дотроньтесь до меня. Проснулась? А почему вы в деревне живете? В городе смерть незаметная. Жизнь быстрая, суетливая, жесткая. Как во вражьем окружении. А мне сказали, что вас из армии уволили, потому что вы целый отряд и вывели, а командира забыли. Это правда? Командира не вывел, потому что он требовал, чтобы я бросил всех и спасал только его. Да, не все офицеры джентльмены. Подъем. Правильно, подъем. Нож откинь. Вылезай. Свяжи его. Я его совсем не знаю. Я писательница, я только приехала. Я никому не скажу. На, выпей. Нет, я не буду. Да пей, не так страшно будет. Я не могу. Или тебе ногу прострелить? Это что, спирт? Что я еще могу предложить даме? А что с Олегом Шуваловым? Вы в него стреляли? Я его убил. Ну что, дружище, может, все-таки скажешь, где винтовка? Убийца! Сволочь, ты же говорил, что он тебе не нужен! Лялька,
Да ты боец. Ой, я когда выпью, сама не знаю, что тварь. Не, ну так мы до вечера попутку ловить будем. Стой смирно и не сопи. Так. Подождите, я вам помогу. Как я в этом ходить буду? А ходить не надо. Нужно стоять и улыбаться. Вот доктор. Вышел к нам ночью. Легкое ранение. Ну что, поехали? Олег Шувалов, Кинакт. Но это не важно. Давайте посмотрим вашу рану. Ну, пошли. Спасибо, ребята. Не за что. Че, правда, что ли, артист? Здравия желаю. Я тут это, на стройке работаю, сторожем. Жалуйтесь. Нет. Я просто хотел спросить, никто не подавал заявление о пропаже человека? То есть, извиняюсь, женщины. А что случилось? Ну, тут болтается одна уже дня два. Бесхозная. Арина Родионова, говорит. Вот. Ну, такая на вид приятная для глаз. Может, нужна кому? Слушай, а как ты говоришь, ее зовут? Арина Родионова? Да-да-да. Слушай, ей заява. Опа! Вот и я подумал, ну не может быть, чтоб бесхозная. Так я ее приведу от греха. Да, иди, конечно, молодец, давай. Я быстро. Да, давай. Еще один, что ли? А кто меня разыскивает? Вайдуковский. Вайдуковский? Ну. Мы с ним едва знакомы. Это же у нас же какой человек. Едва знакомы, а уже волнуются. Ну ты бы позвонила бы ему, чтобы успокоить. Да у меня нет твоего телефона. Я дам. Но только ты сначала мне заявление напиши. Можно? Конечно. Проходите. Вот, Олег, все ваше готово. Наденька, не знаю даже, как вас благодарить. Но вы ведь меня не гоните? Что вы? Оставайтесь. Я должна за вами еще понаблюдать. Очень давно не ел нормальной еды. Это же вы. Вы же говорили, все это было со мной. Простите, я не хотела вас расстраивать. Что вы, напротив? Я счастлив. Ну, а ты артист. Что еще про Войдуковского знаешь? Игорь говорил, что у него большие связи. И, по-моему, он Войдуковского побаивается.
переслушай меня и кукушку. Звони этому своему писаке и скажи, что он допрыгался до уголовного дела. И пригласил в людное место. Вопросы? Здравствуйте, господин знаменитый писатель Войдуковский. Ариночка, а что происходит? А? Что это за вид? Вам бы больше понравилось, если бы я выглядела мертвой? Что вы несете? Господи! Не поминай Господа в суе. Позор мужского рода. А это кто? Ну что, не стыдно? А? Ведешь себя как женщина. Заказал сестру по перу. И кто-то после этого? Натуральный не натурал. Сумасшедший дом! Колись, а то кастрирую. Он барс. Это вы барс? Тот самый. Угу. Еще какой. Заяву на розыск ты писал? Ну я. И что? Нас чуть не убили. Погиб актер Шувалов. А он здесь совершенно ни при чем. Зачем подал на нее в розыск? Я подал заявление по просьбе Лагутянского. Игорек сказал, что у него пропала писательница. Это вы. Что 3 дня не выходила на связь. Потому что вы заперли мой мобильник в сейфе. Он сказал, что сам ездил в какую-то деревню. К вам. Но никого не нашел. Просто у него был самолет через час. И он хотел, чтобы быстрее искать начали. Куда самолет? Я не помню. В Париж, кажется. В Париж. Ну что ж, пора наведаться к вашему Игорьку в офис. Расплатись. Привет, Ларисочка. Здрасте. Здрасте. А вы... Это мой коллега. И очень близкий друг. Детский писатель Филимундиков. Слышали? Нет. Ну, напрасно. Очень известный в детских кругах. Ну, что нам шеф презентует? Нам полтинничек. Пожалуйста. И расписочку. Угу. Ларисочка, умоляю, чашечку кофе или водички. Конечно. Если не жалко. Ромчик, не спеши, а то собьешься. Уже сбился. Ну, вы просто карманник какой-то. Ты мне еще за детского Филимундикова ответишь. Дайте. Странно. Прощай, с надеждой на понимание. Это ваша подпись. Угу. Угу. Агентский договор. О, сумасшедший дом. В случае смерти автора авторские права переходят Лагутянскому. В дальнейшем именуемому как правообладатель. Подпись ваша? Моя. Но я не читала. А ты всегда все подписываешь, не читая. Как он все рассчитал? М? Увлекает вас барсом, отправляет в лес, нанимает киллера. Меня просит подать вас в розыск. А потом, когда с вами будет покончено, он присылает сам себе от вас прощальную записку и становится полным обладателем всех прав на ваше произведение. Но он же... Сюжет. Он же говорил, что никто не хочет их печатать. Это в России. А в Париже? Во Франции очень сильна русская диаспора. Там могут найтись заинтересованные издательства. Ну что ж, теперь у нас есть повод дождаться этого Лагутянского и поговорить с пристрастием. Ну, легок на поминках. Поздоровайся. Привет, Игорек. А я жива и все знаю. Ладно. Что делать будем? Твой бандит кормит комаров. Договорись о встрече и скажи про договоры. А договоры у меня. И предсмертная записка тоже. Где встретимся? На 23-м километре Ярославского шоссе. Там заброшенная фабрика. Завтра в 10. А зачем вообще встречаться? Я сейчас вызову полицию. Значит так, увижу хоть одну ментовскую фуражку, убью Шувалова.
А Барс, насколько я знаю, своих не бросает. На, говори. Ариночка, не верьте им. Они все равно меня убьют. Звоните в полицию! На заброшенной фабрике. Ты поняла, Родионова? Да, хорошо, хорошо, на заброшенной фабрике. Все, отбой. Так, дорогуши мои, вот это вот все, это уже без меня. У меня много дел, мне надо искать нового агента. Конечно, вы же только за себя переживаете. А у меня, роднее меня, никого на свете нет. Я и так, чем мог, тем помог. Целую. Стоять. Доедем до места, а по дороге купишь нам лопату и кирку. Роет, роет. Роет, роет. Не Барс, а крот какой-то. Лялька, мне нужны ветки и трава. Хватит бездельничать. Лагутянский слабак. Он нам ничего не сделает. Он офисная крыса. А я знаменитая писательница. Меня в Париже напечатают. Я богатая, успешная, красивая. А ты меня заставляешь какую-то траву собирать. Ты хочешь стать известной при жизни? Где Олег? Рай. Зря вы это, Ариночка. Теперь по законам жанра они убьют нас двоих. Тогда они не увидят ни договоров, ни прощального письма. Сейчас ты даешь мне телефон, мы с Олегом отъедем на безопасное расстояние на твоей машине, и только после этого я сообщу, где нужные тебе бумаги. А Барс где-то с моей винтовочкой затаился, да? Не поможет. Я буду стрелять. А мы тоже умеем стрелять. Ну что, будем считать, что курс выживания вы закончили на отлично. Простите, если был груб. Так было нужно. Надо ехать. Thank you.
Олег! Да я сама за тебя рада. Спасибо. А откуда ты? По телеку? Ну, ты же знаешь, что я телевизор не смотрю. Только твой сериал. Ты талант. А, я к ЗАГСу не успею, а к столу обязательно буду. Ты не... Подожди, ты ничего не слышал про Барса? Ну, значит, в каком-нибудь лесу с очередными чайниками. Да. Я тебе перезвоню. Ты что здесь делаешь? Ну, так, на тебя посмотреть, себя показать. В общем, группа поддержки. Может, сходим куда-нибудь? Согласен. Тут у них, по слухам, в Альпах потрясающие леса. Смотрите прямо сейчас. К сожалению, фотография не имеет ничего общего с его нынешним лицом. Он сделал пластическую операцию. Мы сами определили его по отпечаткам пальцев и по слюне. А чего же его в Ленинград-то потянуло? У нас что, своей ханы мало? Иркутскую прикармливать. Знаете, как он Пашу убил? Ну как? Он ему горло перегрыз. Вот здесь, сонную артерию. Смотри продолжение на unwap.org.